Сегодня днем в Омске пассажирский автобус марки «ЛиАЗ» разбил 12 легковых автомобилей. Это кадры с места ДТП, которое случилось на улице 70 лет Октября. Автобус, следующий по маршруту номер 61, двигался в направлении улицы Дмитриева. Затем он повернул на парковку у супермаркета, где смял 12 машин. По предварительной информации регионального Минздрава, у 42-летнего водителя случился приступ эпилепсии. В состоянии шока его увезли в больницу. В салоне автобуса находились 10 человек. Никто в ходе ДТП не пострадал.